Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чарно Дайам Гопияно Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатару асаке пасинд бхавачу пачитанам павуне бхавишна вибхьо намо нама мукам кароти вачалам пангум ланхайта гирим ят кипатам ханг ванде парамананда мадавам бриндавай тулсидев вайпиявай кесавасе Шна бхакти баде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане Кришна катхопадеше Гаурия патрасья пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагод Бараня Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштудухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараням Бхитатихам Панатапал Бхабадди Путам Банде Махапурушате Чарана Рахиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатай Виспуриджи Токима Пикапавадушва Дарши Пурнанурагара сасагара сарамурти сарадикамай када кипамкаш Шри Кришна Чайтанма Прабхунитананда Шри Адхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанма Прабхунитананда Шри Адхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka buddhato, Sanketanai kavitaro kamala hirtaksha. Вишам бару дижа бару жугодарма палу банде жагат прия кару каруна патару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурвайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманиня Джата Калапам Гаури нирандара вивуши тобаму бхагам Нараяна приямананга мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Баги саджушва бадане Лакшмир яса ча бхакшаши Ясьясте хидая самбид твам Шингамахам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Асари сансари висая виша саньяккула тияха Ханардхам кимардхам пивата сукра гатхау тула судхам Кимардхам вярдхам бхо прежато купати кутсите пати
Парикшита сакши ят саванагато мукти юкти катани. Асари сансари висая виса саньякула дья. Ханардхам кемардхам пивато сухо гата атула судам. Кемардхам бертхам бо брежато купати кутсите пати. Ят парикхита сакши ят саванагата мукти юкти катани. Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати, Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру, дает нам совет, наставление. Я прошу вас, не погружайтесь в материю. Я прошу вас, пожалуйста, не погружайтесь в материальные вещи. Материальное самодовольствие не даст возможным в продвижении на пути бхакти, у вас не будет никаких осознаний, вы не сможете обрести осознание, что уж говорить о Рагануга Бхакти. Если постепенно вы отсоедините свой ум от материальных вещей, конечно, вы можете возразить этому, как это возможно, полностью отказаться от погружения в материальный мир, находясь здесь. Но да, это возможно. Для этого не нужно покидать этот мир внешне. Но внутренние, то есть внешние люди будут видеть, что вы присутствуете здесь, но внутренние вы не будете находиться здесь. Как, допустим, когда человек промасливается, пропитывает свое тело маслом и идет принимать омовение, вода стекает с него. Так же, как в этом баджане, который мы поем, говорится, камал — это лотос. Если вы поместите его в воду, а затем достанете, вода стекет с него, потому что в нем вырабатывается масляный пигмент, который защищает его от воды. И каждый раз, когда идет дождь, вода просто скатывается с него, и он не намокает. Мы постоянно должны помнить о том, что мы можем в любой момент оставить этот мир. Нет никаких гарантий, что у нас будет следующий момент, следующая минута для жизни. Итак, Прабхупад просит нас, пожалуйста, не погружайтесь в материальные вещи. Пока материальное тело ваше находится в этом мире, у вас нет другого выхода, кроме как находиться здесь. Тем не менее, это не означает, что вы будете находиться здесь по-настоящему, что вы будете умом здесь, потому что вы находитесь там, где ваш ум. Я слышал один пример, приведенный одним из представителей нашей Гуру Варги. Возможно, это был Шанта Госвами Махарадж. Два закадычных друга. Один из них сказал: «Сегодня приезжает замечательный саньяси, я хочу посетить его лекцию». А другой возразил: «Нет, сегодня последний день фильма в кинотеатре, и я пойду туда». То есть один отправился в кинотеатр, другой отправился на харикатху. И во время харикатхи то есть человек, который отправился на харикатху, он сожалел, что он не пошел со своим другом. Он был на харикатхе, но
он не был внимателен. Он думал о том, как его друг посмотрит этот фильм. Сегодня последний день, он шел, но я это упустил эту возможность. А тот, который был в кинотеатре, он думал: «О, у меня такой беспокойный ум, из-за него я не пошел, я упустил возможность послушать лекцию этого саду». Несмотря на то, что первый выбрал общество саду, а второй был в кинотеатре, тот, который был в кинотеатре, результаты его деятельности не были настолько плохие, потому что он думал о саду. То есть суть в том, что там, где ваш ум, там и вы. И поэтому Прабхупад говорит: вы можете быть в материальном мире, куда вам деваться, но ум должен быть отключен от этого материального мира. Он не должен быть погружен. Бхактивинода Тхакур говорит: если вы будете... То есть Бхактивинода Тхакур говорит в своем киртане: all my body works and what to do, what not to do, all can be done according to my previous habit. То есть все нужды тела я буду исполнять по инерции, по привычке, но сам я не буду погружаться в это. Все, что связано с телом, я буду осуществлять всю эту необходимую деятельность внешне, но... То есть я обязан делать это для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И в этом отношении то, что говорят Браджаваси, совершенный пример. Когда Радхарани готовит на кухне, она плачет, а ее теща смотрит на нее и говорит: «Ты что плачешь?» А Радхарани отвечает: «Да просто тут очень дымно, поэтому я плачу». Радхарани всегда скрывает свои чувства и обманывает окружающих для того, чтобы быть полностью погруженной в служение Кришне. Она наша самая высочайшая гуру. Мы должны всему научиться у нее. Шлока, с которой я начал, очень важна. Это прославление Шримад Бхагаватам. Там говорится: тут дается предупреждение. Материальный мир бесполезен. Здесь нет ничего важного, жизненно важного. Все здесь бесполезно. Лишь страдания, беспокойство. Кто тут лишен страданий и переживаний, беспокойств? Все погружены в них, все. В Нилачала Кшетре, в океане, как принимать там омовение? Там... То есть с волнами нужно знать, как это делать. Нужно наклоняться, приседать, и когда волна накрывает... То есть когда волна подходит, нужно приседать. И жизнь, материальная жизнь, подобна яду, если она не связана с Кришна-севой. Материя, материя, кругом одна материя. И она ядовита, если она не связана с Кришна-баджаном.
И если вы не свяжете свою жизнь с Кришной, вы потонете в океане материальной жизни. Почему бы вам хотя бы секунду не послушать Харикатху, рассказанное Шукадева Госвами? Зачем вы тратите свое время? Это нектар, чистый нектар, уникальный нектар, редчайший нектар. И зачем же вы тратите свое время? Зачем вы тратите время? Зачем вы отворачиваетесь от этого чистого нектара? Разве вы не знаете, какого успеха достиг Парикшит Махарадж лишь благодаря слушанию Харикатхи? Парикшит Махарадж обрел сваруп ситхи благодаря слушанию Харикатхи. Разве вы не знаете этого? Итак, у вас должна быть сильная вера в Харикатху. Вчера я говорил, что Прабхупад просит нас, пожалуйста, все органы слуха отдайте мне. С полным вниманием слушайте то, о чем я говорю. Вы должны на 100% верить в трансцендентный звук, в Апракрита Шабда Браман. И в действительности я точно знаю, что... То есть я понимаю, что в век Кали баджан совершать практически невозможно. Лишь один выход есть. Если вы будете совершать санкиртан под руководством Гуру Варги, это единственный возможный путь в век Кали. Все остальные пути... негативные, лишь путь с Харинамы Санкиртаны поможет вам преодолеть любые трудности, любые опасности и достичь успеха. Но говорите очень легко. Делать же не так просто, потому что Харинама Санкиртана — наиболее сокровенный аспект баджана. Если Санкиртана исполняется, то сделано все. Исполняется все. Потому что через Нама Санкиртана можно обрести все настроения баджана. Но сейчас Каликал — это очень опасное время. У нас нет никаких преимуществ, нет никаких, имеется в виду, возможностей, лишь негативные вещи в нас. То есть в нашем обществе, то есть общество переполнено такими людьми, что если даже ты будешь говорить Харикатху, они развернут... То есть если ты от всего сердца будешь говорить Харикатху, не делай никакого, никакой не ради какой-либо наживы, от своего сердца будешь говорить, тем не менее, люди будут выступать против тебя. Таково общество в наше время. 6 побуждений тела. Кама, кротха, лоба и так далее. Никто не может преодолеть эти 6 факторов. В прославлении Бхагаватам сказано, если у вас достаточно денег, то все в порядке тогда. Если у вас недостаточно стандартов поведения, недостаточно
В общем, лишь сейчас деньги все определяют. Деньги, деньги, деньги слаще, чем мед. Пословица на английском. Если у меня есть сила, имеется в виду финансовая, политическая и так далее, то есть это имеет какую-то ценность, а баджан имеется в виду какие-то способности в баджане, какие-то заслуги в баджане не имеют никакой ценности. То есть сейчас все зависит от вашего положения, от финансов. Потому что это век Кали. То есть я могущественный человек, и кто ты, что ты можешь сделать мне? Благодаря деньгам я могу делать все, что я захочу. Я могу делать то, что незаконно, то, что неправильно. Таково положение века Кали. Демократия — это автократия. Я могу доказать от из всех шастр, что демократия — это бесполезная вещь, что она неприменима ни к чему, ни к какой стране, ни в какое время. Даже если это была бы Сати-юга, не было бы, то есть она была бы бесполезна, то есть это система правления. Потому что демократия основана на равенстве, и это бесполезно. Как можно приравнивать, допустим, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада с каким-то водителем рикши, например? То есть... самоосознавшаяся личность, как ее можно сравнить с каким-то неразвитым человеком? То есть в действительности демократия означает автократия. Все мы цари в собственном царстве. Рабиндранат Тагор, лауреат Нобелевской премии, говорит: все мы цари в все мы цари в нашем собственном царстве, но вопрос в том, кто даст нам наставление. В Махабхарате есть наставление следующего порядка. Очень замечательная сиддханта изложена в этой шлоке. Если политический лидер нечестен, если он ведет, то есть если он обманывает, он разбойник. Если он покидает свое царство и царство остается без правителя, very bad, even very dangerous leader, ferocious leader.
То есть плохой царь или... То есть рассказывается история, что царь покинул свой пост, и все полубоги озадачились, что же теперь будет, кто возглавит царство, как оно будет существовать без правителя. То есть, если будет много-много лидеров, то все будет кончено. В различных сферах, в духовных, спортивных, политических. То есть суть в том, что если в обществе слишком много лидеров, оно будет разрушено. Если есть такой выдающийся лидер, как Притху Махарадж, Парикшит Махарадж, Юдхиштир Махарадж, в таком случае все лишь благо будет получать ваша страна, то есть будет очень благоприятно ее существование. Это то, что говорят шастры, но кто в век Кали собирается следовать шастрам? Как вы помните, я рассказал 5-10 минут назад шлоку. Если у вас есть деньги, вы можете заявить кому-то, что ты говоришь неверно, я заставлю тебя замолчать. Что такое дхарма, что нет дхарма, что легально, что нелегально, все это решается деньгами в век Кали. А по поводу, как решаются свадьбы, женитьбы, ты мне нравишься, и я тебе нравлюсь, и этого достаточно. Я видел эту дешевую любовь в наши дни. У меня нет этой дешевой любви, поэтому я не могу ее вам выражать. Кто-то может меня называть сыном или еще кем-то, а потом выгонит меня. Это дешевая любовь, которая ничего не значит. Мы из западных стран, эта любовь такого характера пришла к нам. Сегодня мы любим, а завтра мы прогоняем Гуру Дева. Такая вот по всему миру драма происходит. Это дешевая любовь повсюду. И я всегда на чеку. То есть суть в том, что никто не сможете вы меня этим обескуражить. То есть как сейчас совершаются браки, ничего не важно. Даже возраст не считается даже с возрастом. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, и женятся люди. А завтра они друг друга прогоняют. Да за день можно 3 раза пожениться. Все основывается нравится, не нравится на этом. А о браманизме... О, смотри, у меня же есть шнур. Вы что, не знали, что я браман? Таков этот опасный век. Те, кто наполнены ложным эгом, могут попытаться отогнать от себя ложное эго,
Но оно не только не уйдет, что говорит о том, чтобы достичь Рупануга Рагануга Баджан. То есть у них в банке огромные счета, и они хотят стать гопи. То есть суть в том, что... Но мы должны понять, что такое, в чем заключается сиддханта Шрилы Прабхупады. Люди могут говорить все, что угодно ради пратиштхи, ради того, чтобы заслужить почет. Но главный вопрос, главная проблема, как обрести Кришна-севу? То есть можно нарисовать на себе огромную тилаку, огромной, малой, обзавестись, сесть на асану, но в чем суть? Чего мы хотим? Какая у нас цель? Хотим ли мы достичь Кришну, или мы хотим обманывать людей? Как обрести Кришна-севу? Это наша главная цель, вопрос. Поэтому я сказал, что если ваша цель — обрести Кришна-прему, это, если это ваша единственная цель в жизни, только в таком случае вы имеете право изучать эту шастру. В противном случае у вас возникнут сомнения, которые выкинут вас в океан Майи. Прабхупад отвечает, как обрести Кришна-севу. Вечные. Браджаваси, Нанда, Ешода. То есть Кришна их вечный сын. В соответствии с Ачинтья Абедач... Кришна не может стать сыном какой бы то ни было дживатмы. Тем не менее, он является сыном Нанды Ешоды. Нанды Бабы и мамы Ешоды. Он их вечный сын. Он не сын кого бы то ни было. Для того, чтобы служить Кришне от всего сердца, постоянно, со вкусом Нанды Ешоды, обрели возможность, чтобы Кришна родился как их сын. Получить Кришну в сыновья. Итак, мы должны выражать огромное почтение Нанда Бабе и маме Ешоде. Мы знаем лишь заключение Сиддханта Вичара. Мы считаемся только с этим. Мы смотрим только на них, обращаем внимание только на это, на заключение Шримад Бхагаватам. Единственный интерес Браджаваси — это служение Кришне. Они знают лишь это. Они хотят служить Ему, поэтому они и служат. А Кришна хочет служить Браджаваси. У них нет никакого корыстного интереса. Но Деваки и Васудев не получили возможности служить так же, как Браджаваси Кришне. Они также называют себя отцом и матерью Кришны, считают себя отцом и матерью Кришны. Тем не менее, они не получили служения такого же, как мама Ешода и Нанда Баба. Мы знаем Сиддханта Вичар, мы знаем, мы можем сделать заключение из Брихат Бхагаватамриты под руководством Санатана Госвами, но в конце концов Браджа Гопи Према, Кришна Према — это наша конечная цель, это самое возвышенное, что есть. Все мы гаудии, преданные в линии гаудия вайшнавизма,
мы пытаемся практиковать под руководством Бхактивинода Тхакура и Прабхупады. Они высочайшие из последователей Рупануг. Те же, кто совершают спектакль под именем Рупануга Баджана, мы очень легко с помощью наставления Шилы Прабхупады можем распознать их. Но обычные люди не могут сделать этого. Они следуют им и отправляются за ними в ад. Итак, Нанда-Нандана Шри Кришна — наша цель. Вчера я также говорил о том, о чем говорилось в беседе между Рагхупади Упадьяя и Махапрабху вместе слияния трех рек — Ганги, Ямуны и Сарасвати в доме в доме Валлабхи Ачарьи. Там он говорил, что не сомневайтесь, что поклонение Нанда Бабе самое важное, самое главное, потому что по его милости можно обрести вечное служение Нанда Шри Кришне. Точно так же по милости Радхарани и других гопи мы можем обрести служение Кришне в Мадхуре Расе. Рагануга Баджан — это не шутки, это оно спонтанно, и в то же самое время оно очень философски обосновано, научно обосновано. Итак, Рагхупати Упадья говорит Махапрабху. Я хочу припасть к лотосным стопам Нанды Махараджа. С надеждой обрести служение Нанда Нандане Шри Кришне, потому что он играет и ползает в его дворе. Пока у нас есть посторонние желания в сердце, это своего рода материальная болтовня. Для чего мы говорим? То есть вместо харикатхи мы говорим лишь болтовню. То есть для чего мы говорим харикатху? Для того, чтобы заработать деньги или положение. И в таком случае харикатха не может сойти с наших уст. Если есть какая-то корысть, Если харикатха только для удовлетворения Гуру Варги и Шри Кришны, в таком случае она может считаться Вайкунтха Катхой. Если мое сердце полностью чисто, я могу совершать баджан, в противном случае нет. Преданное служение необходимо. То есть пока я не получу милость Браджаваси, я не смогу совершать баджан. Вчера я говорил, что Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Садху-санга — самое главное, но каждое
Я говорила во время обсуждения дживататвы, что каждый дживатма обладает уже зафиксированной идентификацией в особенной расе. В конце концов, когда вы достигнете удачи и сможете получить общение с высшее общение, в таком случае после этого вы почувствуете проявление расы в вашем сердце, которое сокрыто сейчас в нем. Не каждый может совершать рагануга баджан. Все зависит от стандартов, положения, о том, что было прежде, о служении, о настроении служения. Все это взаимосвязано, и все зависит от этого. Единственное, что хотят Браджаваси, это служить Шри Кришне, поэтому они делают это. А Кришна хочет служить им из-за его любви к Браджаваси. Спонтанное, естественное влечение. Если мы сможем следовать одному из Браджаваси в соответствии с нашим вкусом, вкус не означает, что я могу подсчитать, то есть делать какие-то расчеты. Например, вот Лалита Сакхи, если я буду ей поклоняться, я думаю, это очень хорошо для меня, потому что тогда я смогу получить много признания, почета и денег. Но Бхактивинода Тхакур говорит, Бхактивинода Тхакур плачет и говорит, я бесполезная служанка Лалиты Сакхи. Я припадаю к ее лотосным стопам и молю, пожалуйста, дай мне возможность совершать служение. Я бесполезна, у меня нет никаких качеств. Тем не менее, твоя бескорыстная милость лишь единственное сокровище моей жизни. Никакой корысти нет в этой молитве. Итак, если мы сможем следовать одному из Браджаваси полностью, в таком случае, под руководством Гуру Махараджа, Бхактивинода Тхакура и всей нашей Гуру Варги, мы почувствуем любовь в нашей жизни. Она придет в нашу жизнь, удача придет в нашу жизнь. То есть не может быть такого, что у нас нет совсем, абсолютно нет шанса. Тем не менее, эта возможность, она зависит от обстоятельств, от определенных факторов. Итак, мы видим, что наш Прабхупад очень-очень твердо вновь и вновь повторяет. Он говорит нам, вы также можете вспомнить то, о чем я говорил вчера. Если вы, говорит Прабхупад, если вы хотите построить вашу духовную жизнь под руководством Рупы Госвамипада, необходимо предпринять правильные шаги. Не так, как это делают сахаджии. Если мы сможем следовать Рупе Госвамипаду искренне, в таком случае автоматически вся слава Гора Сундары Куранги Махапрабху проявится внутри нашего сердца. Понимаете? И какой же, каков же выход? Как выйти из этой ситуации? Как во время экзамена? По всему весь мир сейчас в гонке, в соревнованиях, и в этих гонках, в соревнованиях вы, если вы хорошо сдадите экзамены, то есть ваша квалификация решает балл на экзаменах, то есть насколько хорошо вы сдали экзамены. Итак, каждый сейчас может говорить подобные вещи, что мы совершаем Рупануга Баджан, мы представители Рупануга Баджана. Хорошо, у них есть право на это,
Но прежде всего необходимо понять, кто может войти в Рагануга Баджан в чистое преданное служение. Я сейчас не говорю о Рагануга Баджане как таковом. Я позже коснусь этой темы, но я хочу поговорить о том, как войти в чистое преданное служение, имеется в виду, как начать совершать его, как утвердиться в нем. Итак, Прабхупада дает нам некоторые указания. Все мы знаем эту шлоку, тем не менее, Прабхупад говорит, в начале бхакти мы должны, с самого начала практики бхакти мы должны быть разумны. Мы не должны следовать никаким лидерам, как сумасшедшие. Мы должны очень внимательно изучать их и смотреть на всю ситуацию. Но изначальный фактор садхана бхакти — это шрадха. Каков главный фактор према-бхакти? Это мула-раса. Прабхупад говорит, и вы не пытайтесь забыть об этом, не забывайте о ее словах. В противном случае люди обманут нас. То есть эту шлоку мы не понимаем. Мы повторяем ее вновь и вновь, как попугаи. Как попугаи, которые учат слова от своего учителя, но не вникают в значение их. Мы слышали об этом много раз, но у нас нет прямого доступа к этой шлоке. И это главная проблема нашей жизни. Прабхупад предупреждает, не пытайтесь, не впадайте в замешательство. То есть, главное — это шрадха. Шрадха — это самое главное. Шрадха означает колоссальная вера, огромная вера. Что такое вишвас? Если я совершаю баджан Кришны, Баджан Кришне, в таком случае все мои обязанности исполнены. Необходима такая вера. У меня нет других обязанностей, ни социальных, ни семейных. Никаких ответственностей у меня нет. Кроме как развивать подобную веру. Итак, Прабхупад предупреждает нас. Какова коренная причина садхана бхакти? Допустим, у вас нет шрадхи, но при этом вы носите одежды преданных и строите себя хорошего преданного ученика. Все это бесполезно в таком случае. Много вопросов я получаю по поводу Махапрасада. Я вижу сомнения по поводу гуру и вайшнавов в преданных. У них также нет веры в шастры. Большая проблема. Каковы изначальные составляющие садхана бхакти? Это шрадха. Сильная вера. И что же такое бхав-бхакти? Существует три типа бхакти. Я уже говорила об этом во время Рай-Рамана-дасамвад. Садхана-бхакти, бхава-бхакти, према-бхакти. Бхава-бхакти — это рати, а према-бхакти — главное, что там — это раса. Прабхупад просит нас, не забывайте о трех состояниях бхакти. Если вы уклонитесь от этого, вы
будете сбиты толку. Что хотел рассказать нам Гауранга Махапрабху? Мы хотим подать это от Рупы Госвамипада. То, что мы должны получить от Гауранги Махапрабху, то же самое. Мы получаем от Рупы Госвами. Итак, Прабхупад дает нам наставление, если вы по-настоящему искренне заинтересованы в том, чтобы понять наставление Гауранги Махапрабху, Рупи Госвамипаду, будьте очень-очень искренни и очень-очень внимательны. Если вы хотите понять славу Махапрабху и жить в соответствии с его учением, вы должны понять, то есть вы не должны идти ни на какие компромиссы с кем бы то ни было, с какими бы то ни было группами, обществами. Вы должны обрести решимость, что я обязан развивать, то есть жить в соответствии с наставлениями Махапрабху. Об этом говорит Прабхупад. Прежде всего, нужно пообещать себе. Итак, советы Гауранги Махапрабху, наставление Гауранги Махапрабху через Рупу Госвамипада Бхактираса Таттва. То есть мы определенно должны построить нашу преданную жизнь, жизнь в преданном служении. Пожалуйста, говорит Прабхупад. Бхактивинода Такур Рупану Говорайте. Высшие последователи из среди Рупы, последователи Шрилы Рупы Госвамипада. То, что хотел показать нам Бхактивинода Такур, он являл на собственном примере. Итак, вы должны понять разницу между процессами, между тем, что показывает нам Бхактивинода Такур, и какие-то обманщики. Бхактивинода Такур следует Рупе Госвамипаду полностью. И поэтому в пранама мантре мы говорим Рупану Говарайте. Действительно, процесс то есть Бхактивинода Такур показывает пример на своей жизни. То есть и просится, то есть необходимо увидеть разницу между тем, что является своей жизнью Бхактивинода Такур, тот образец, идеал жизни, и тем, что показывают нам другие люди, увидеть разницу между ними. Если мы попытаемся увидеть разницу между Сахаджиями и Бхактивинода Такуром, Прабхупад говорит, что в таком случае, то есть вы пытаетесь распознать разницу между Бхактивинодарой и Абхактивинодарой, чистым преданным служением. Если вы попытаетесь понять разницу между двумя этими вещами, сатсанга дарует вам возможность, определенно дарует вам возможность войти в чистое преданное служение. Бхактивинода Такур хотел, Прабхупад говорит, Рупануга Такур, Такур Бхактивинод
то, как он хотел проповедовать и являть пример, образец поведения, то, как он в обществе устанавливал идеалы жизни, жизненные идеалы, идеалы поведения, идеальный образ жизни. Если вы по-настоящему искренне и хотите принять прибежище именно этого образца поведения, то есть именно у Бхактивинода Тхакура, в таком случае вы определенно не будете обмануты нечестивыми людьми. Если вы хотите следовать Бхактивинода Тхакуру, если вы хотите следовать его образцу поведения и всему тому, что является в своей жизни Бхактивинода Тхакура, если вы хотите абсолютным образом следовать ему, вам не нужно будет присоединяться к обманщикам, которые под именем Рупануга Бхаджана обманывают других людей. Ради какой-то дешевой пратиштхи, которая закончится после вашей смерти. Вам не надо будет учиться ничему ложному под именем Рупануга Бхаджана. Таков мой совет всем вам. Это говорит Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад. Что говорить о Рупануга Бхаджане на пути духовной жизни, стадии Бхаджана от начала, от Шрадхи, затем Анартха Нивритти и так далее, Ништхи Бхавы. Необходимо всему этому следовать должным образом, следовать правильно, очень внимательно. В противном случае мы никогда не сможем понять настроение Радхарани, потому что через обсуждение Брихат Бхагаватам Дите мы сможем установить Рупануга Бхаджан. Такова должна быть наша цель. Если мы хотим понять Бхаву Махабхаву, которая является Шримати Радхарани, когда анурага достигает своего высшего пика, то есть только анурага может быть, может помочь, и никакая другая рага. Анурага я говорил обо всем этом, основываясь на Бхакти Расамрита Синду. В конце концов, необходимо понять настроение Чайтанья Махапрабху, его лотосных стоп, настроение Радхарани. Я имею в виду настроение Чайтанья Махапрабху, потому что Шримати Радхарани наполнена, переполнена Махабхавой. Она сама в действительности является Махабхавой. Махабхава — это и есть Шримати Радхарани. А Шриматика — это верховная энергия Шри Кришны. Она проявляет себя то есть она вместе с восьмью сакхями. Сейчас нет времени говорить об этом. Постепенно вы сможете войти в подобный, в такой баджан. Сейчас я буду читать шлоки, пятую шлоку, которую мы начали вчера. Follow. He who Jenny saw.
Бхагаван находится в сердцах саду. Также на Вайкунтхе, но самая высшая обитель Господа — это Вриндаван. Это самое главное место, обитель Господа. Вриндаван находится в сердце Матхура Мандалы. Вчера я объяснял это. Там Бхагаван заботится о каждой корове, о каждой гомате, очень с большой заботой. Он целует их, играет с ними. Играет на флейте. Постоянно. Он увеличивает наслаждение гопи. Днем они не могут видеть его, потому что Кришна пасет коров в течение дня. Но при помощи флейты, когда он начинает играть на флейте, трансцендентный звук проникает в сердца гопи, и они получают удовольствие от этого. Вриндаван — высочайшее место. Это настолько уникальное место. Кришна постоянно играет там. То есть речь идет о настоящем времени. То есть слова, употребленные в этой шлоке, указывают на настоящее время. Время от времени, играя на Радакунде, порой находясь во Вриндаване, то есть Кришна постоянно пребывает там. И поэтому Вриндаван — это высшее место. Прославление Вриндавана несравнимо ни с чем. Слава Вриндавана несравненна. Рамаяти означает игрок. То есть это тот, кто играет в настоящее время. Это настоящее время. Бхагаван дает указание на то, что Кришна Лила вечна. Она постоянно происходит, и нет никаких перерывов. Также Наротам Такур прославляет Вриндавана Дхаму в своем киртане. Если я думаю в уме о Вриндаване, я смогу обрести прему. Настолько могущественное место Вриндаван. При условии, что мы не совершаем апарадхи, нам саду апарадх, дхама апарадху. Я могу привести пример в связи с этим, Мадхавендра Пурипада. Вы думаете, это какие-то истории выдуманные, но это не так. Это стопроцентная правда. Это очень практичный пример с Мадхавендра Пурипадом. Где? То есть Мадхавендра Пурипад плачет по Враджендранандане, он плачет
о Мадхуре, о Нандананандане Шри Кришне. Он плачет и думает о Вриндаване. Физически он вдали от Вриндавана, но его сердце находится там. О, Матхуранатх, ты самый милостивый, самый добрый. Когда я смогу обрести тебя? Я скучаю по тебе, я хочу быть с тобой. Что означает Випраламхабхава? Это означает встреча. Випраламха и Самбхог. Если нет Випраламхи, без Випраламхи, без ощущения разлуки, то есть это секретная формула. Если суть в том, что если у меня нет Випраламхабхавы, как я смогу почувствовать счастье встречи с Кришной, когда я от всего сердца плачу месяц за месяцем, год за годом, и внезапно Кришна приходит, и мы, происходит наша встреча. Это настроение, которое показывает Чайтанья Махапрабху в Гамбире. Плачет, плачет и плачет. И внезапно он говорит Сварупу, плача: «О, Шрима Сундара, он пришел сюда, он пришел всего на долю секунды и исчез вновь. Я не могу больше жить, куда я могу пойти? Где я смогу увидеть Браджендра Нандана? Я умру, я не могу больше жить. Я не хочу больше жить без Шрима Сундары». Понимаете, такого настроения. И мы должны следовать настроению Махапрабху, если мы хотим стать рупануга преданными, мы должны следовать по стопам Махапрабху. Итак, Мадхавендра Пурипад плачет. Когда я смогу увидеть твои уста, лотосные уста? Я умираю от чувства разлуки с тобой. Я не могу жить даже доли секунды без тебя. Пожалуйста, приди. Я хочу прийти во Вриндаван, чтобы встретиться с тобой, чтобы любить тебя и служить тебе. Ты мой самый дорогой. Дайта, ты... Все, что у меня есть, вращается вокруг тебя. Я не могу жить без тебя. Таково настроение Раганога преданного. И это не шутки. Преданность Рагануг — это не шутки. Мадхавендра Пурипад, самое замечательное место во всей Вселенной — это Вриндаван, и нет другого подобного места. Он несравним. Но Навадвипа не отлично от Вриндавана. Навадвипа Дхама еще более важна, потому что здесь находится... То есть Майпур, Навадвипа является Аударья Виграхой. То есть Аударья также присутствует во Вриндаване, но не так много. Но в Навадвипе милость, потоки милости повсюду. Навадвипа более важна, потому что... То есть, прежде всего, мы не хотим сравнивать ни с какой другой дхамой Вриндаван.
Но если я сравниваю Вриндаван с Навадвипой, в этом нет ошибки, потому что это одно и то же. Я уже говорил об этом, но вы не можете вспомнить, и в этом проблема. То есть давно я уже говорил об этом. Шанкар Бхагаван, Бхагавати Майя, задает вопрос Шанкар Бхагавану. Кто такой Гауранга и что такое Навадвипа? И Шанкар Бхагаван дает следующий ответ. О, Деви, ты видела Рада Говинду? Объединенные они образуют собой Гаурангу. Они едины, одно и то же. И что же такое Вриндаван? Это то же самое, что и Шветадвипа. То есть Шветадвипа — это Навадвипа. Одно и то же. И Наротам Такур также говорит подобное. Если у меня нет возможности достигнуть Вриндаван прямо сейчас, умом я должен постоянно находиться на берегах Радхакунды. Если Махадев дарует мне возможность прийти туда, я смогу сделать это. Итак, Вриндаван — это не материальное место, оно трансцендентно. И те, кто живут во Вриндаване, также трансцендентные, они Рагануга Бхакты. Материалисты не могут жить во Вриндаване. Можно приехать туда, купив билет, но вы не сможете увидеть трансцендентный Вриндаван. Материалисты, у материалистов нет доступа к Святой Дхамме. Итак, материалисты делают бизнес. Они в сетях. Майи, они не могут соприкоснуться с Дхаммой. Бхактивинода Такур пишет в Дхамма Махатме и прославляет Дхамму. Он говорит об этом. Итак, у нас нет возможности говорить еще подробнее об этом, потому что время ограничено. Итак, сейчас мы приступим к шестой шлоке. И о Вриндаване я хотел бы сказать еще кое-что. Вриндаван — настолько замечательное место. Прежде Кришна жил в Гокуле. С одной стороны Вриндаван, с другой стороны Гокула. Это лила. Трансцендентная лила, которую являет Кришна. Когда Браджаваси приняли решение, когда они решили, что в Гокуле слишком опасно находиться для Кришны, потому что так много было покушений на Кришну. Путана, Шакатасура, Тринаварта. Они решили, что безопаснее будет оставить это место и переехать куда-то, где мы сможем защитить нашего Ниламани, нашего Кришну. И они отправились во Вриндаван. В настоящее время мы думаем о Вриндаване как о каком-то городе. Но в соответствии с шастрами у нас есть детальное описание того самого Вриндавана. Нандаграм, Камьяван, Варшана — все это Вриндаван.
Но в настоящее время, по своей глупости, мы думаем, что Вриндаван — это город, но это неправильно. Вся эта область зовется Вриндаваном. Итак, Кришна Баларам, будучи маленькими мальчиками, были привезены во Вриндаван из Гокулы. А одну ночь они переночевали в промежуточном месте. Шатикара называлось то место. Там они провели одну ночь. Бхагаван и Шридам совершали там свои игры. Там были божества гор Говинды. И затем Нанда-баба, Яшода, Рахини. Все они пришли во Вриндаван. Нандаграм, Говардхан. То есть в то время Говардхан находился в Нандаграме. В настоящее же время Говардхан опускается все ниже и ниже, и автоматически вот эта вот территория уменьшается. То есть когда холм Вриндавана, простите, Говардхана, уходила под землю. Прежде Говардхан был очень высокий и очень большой. Территория его составляла большую площадь. Постепенно Говардхан уходил под землю. И сейчас мы совершаем парикраму в размере 22 километра. И в то время Ямуна также находилась во Вриндаване, об этом сказано в Бхагаватам. В Мадхуване была Ямуна. И так разные ответвления были у Ямуны. Вриндаван. Когда Кришна Баларам вошли во Вриндаван, они пришли в Нандаграм и были очень-очень счастливы, они начали танцевать. Рама — Баларам, а Мадав — это Кришна. Увидев украшения Вриндавана, они смеялись так красиво, так прекрасно. Ямуна, и берег Ямуны. Маленькие мальчики обычно любят играть на берегу Ямуны, Ганги, на берегу реки. И в Бхагаватам 10-й песне сказано, когда Браджаваси вошли во Вриндаван, о, Раджан, Рам Баларам и Мадав Кришна были преисполнены счастья, видя берег Ямуны, видя мягкий песок. А в Вриндаване у нас есть какие-то материальные, физические представления. Мы говорим: «О, Махарадж, это очень жаркое место, этот Вриндаван». Но это глупости, потому что эта жара не имеет никакого отношения к Вриндаване. Мы с вами материалисты, поэтому мы испытываем это ощущение. Но на самом деле Вриндаван — это место, где постоянно весна. Васанта. Сокровенная Сиддханта сказано, говорит о том, что есть шесть различных сезонов,
которые сменяются за один день. В противном случае эта шлока была бы несправедлива. Постоянно, постоянно, это очень, там очень замечательно. Преданные, которым жарко, они отправляются куда-то в горы, они не могут служить. Мой ум никогда не хочет покидать Гангу. Ему на Сарасвати, только Вриндаван и Навадвипа. Это то, где я хочу быть всегда. Я хочу разбить ваши ложные концепции, представления. Из-за того, что вы взрастили их, о том, что Вриндаван — это такое место, где очень жарко. Но в Бхагаватам сказано, постоянно во Вриндаване замечательная погода. Не слишком жарко, не слишком холодно. Васанта, весна. И когда они дошли до Вриндавана, Нанда и Шода построили дом, подобный половинчатой луне. Месяцу. Подобную месяцу. Бараджаваси, построив дом для Кришны, построили дома для себя вокруг него, чтобы постоянно находиться вблизи с ним. Итак, у нас нет слов, мы не знаем слов, которые могут прославить Вриндаван. Следующая шлока, которую я хочу затронуть, говорит о Ямуне. Саки Манджари, Радхарани, Гавардхан. Постепенно мы прославим всех. О чем здесь говорится? Матхура. Самое дорогое место для Кришны. Кришна любит Матхура Деви очень сильно. А Ямуна дружит с Матхура Деви. Ямарадж Махарадж, брат Ямуны. Дхармарадж Ямарадж, брат Ямуны. Оба они сын и дочь Сурьи Бхагавана, Бога Солнца. Ямуна, сестра Дхармараджа и дочь Солнца. Дружа
с Мадхура Деви, дружа с Мадхура Деви, мы познаем славу Ганги, пока мы знаем. То есть мы знаем, прежде мы всегда знали, что Ганга самая возвышенная. Ганга самая возвышенная. Из всех рек Ганга самая возвышенная. Но где же говорится о Ямуне? Но в действительности Ямуна — это не река. Это она духовная супруга. Ямуна не может быть сравнена с Гангой, потому что сравнима с Гангой. Потому что только лишь для того, чтобы дружить с Мадхура Деви. То есть, насколько прославлена Ямуна? Она помогает свершиться лилам Кришны. И век Кали Гауранга Махапрабху совершал раса-лилу со всеми спутниками своими, Шривас Пандитами и так далее, со всеми ними. И здесь век Кали Ганга был, то есть на берегу Ганги Гауранга Махапрабху играл, совершал свои игры расу. И это говорит о превосходном положении Ганги. Прежде чем Гауранга Махапрабху пришел сюда, мы уже долгое время это обсуждаем. То есть, так или иначе, Ямуна самая возвышенная, но в этот век Кали, особый век, когда Гауранга Махапрабху пришел сюда, Ганга практически равняется Ямуне, потому что Махапрабху играл на Ганге. Это самая Ганга, та самая удивительная Ганга, которая касается берегов Навадвипы, она может даровать прему. Вы не можете мне поверить. Тем не менее, один Майявади, он был продвинутейшим Майявади в Варанаси. Он написал эти строки. Первый вопрос от вас: как возможно написать такое прославление Кришны, если он Майявади? Да, это и мой вопрос также, это действительно вопрос. Если он по-настоящему является Майявади по имени Мадхусудана Сарасвати Пад, то есть лучший, высочайший, продвинутейший из Майявади, он написал огромную книгу, такую как Махабхарата, описав Адвайта Ситхи. Огромную-огромную книгу он написал. Затем после этого каким-то чудом при помощи Саду Санги, я даже не знаю, с помощью какого количества сукрити, он начал испытывать влечение к Навадвипе. И в конце концов, придя в Навадвип, он начал кататься по берегу Ганги, плача и произнося, восклицая «Джай Шачинандана Гаура Хари». Вам сложно поверить в это, вы не можете. Я могу привести вам много подобных примеров в Навадвипе. Логики, они были продвинутыми учеными, пандитами, но они также изменили свои умонастроения и стали великими преданными. Даже Гауранга явился в образе божеств. Я мог бы очень много интересных вещей рассказать, тем не менее, время не позволяет. По милости Гауранги, Бхагавана и преданных мы можем обрести такую прему. Это возможно. В Джайва-дхарме также мы читаем историю о Майявади, о Вайшнава-дасе. Он был великим Майявади-ачарьей. У него было 10 тысяч учеников. В конце концов,
слышу Харина Махамантру, которую он произносил. Один вайшнав проходил мимо этого Майвади. Его комната была... То есть всего секунду... То есть очень быстро прошел этот вайшнав. У него не было времени задать вопросы этому вайшнаву. Тем не менее, этого времени было достаточно, чтобы изменить его сердце. Он... В сердце его бушевала буря. То есть, с одной стороны, он говорил, такой возвышенный саду, и должен пойти обратиться к нему и поговорить с ним. Но, с другой стороны, он думал, я же майвадский ачарья, если кто-то увидит меня, я... То есть, что будет тогда, я не могу идти. С другой стороны, у него опять пробуждалось желание пойти, и вот такая вот... Такие вот весы внутри. То есть, пока он размышлял, саду уже ушел. И слушая трансцендентный Харинам Санкиртан, трансцендентный Харинам Санкиртан, услышанный от этого саду, этого было достаточно. Он смог прийти из Варанаси в Навадвипу. Он принял прибежище у Парамахамсы Бабы, он стал известен как Вайшнава Дас. И оба Парамахамса Дас Бабджи Махараджа и Вайшнава Дас, оба они отправились увидеть Нарисимхананда Брамачари, который жил в Нарисимхапали. Он был спутником Гауранги, а также спутником Парамахамса Бабджи Махараджа. Итак, возможно, все просто благодаря дружбе с Матхура Деви. Ямуна Деви пересекает, превосходит славу Ганги. Потому что в форме воды Ямуна омывала стопы Кришны. Кришна совершает различные лилы на берегах Ямуны. Таким образом, слава Ямуны за пределами нашего представления. Но также, тем не менее, то есть Навадвипадхаму также мы можем прославить таким же образом, потому что здесь Махапрабху совершал санкиртану. В форме потока воды Ямуна служит Кришне постоянно, бесперерывно. Кришна совершает расалилу на берегах Ямуны, там, где Ямуна, то есть без Ямуны Гавардхана, Радхарани никогда бы не захотелось не зайти в этот материальный мир. Когда Кришна хотел послать Вриндаван сюда, только после того, как Кришна послал сюда Вриндаван, Радхарани была готова сюда снизойти. А в противном случае она говорила, то есть, я никогда не пойду туда, где нет ни Гавардхана, ни Ямуны. Мне совершенно неинтересные места, где нет Ямуны и Гавардхана. Кришна обещает, он говорит, что он обещал, что пошлет всю святую Дхаму. Я обещаю, Гавардхан отправится туда, Ямуна, и тогда Радхарани согласилась.
Когда Радхарани не зашла в этот материальный мир, она явилась в Итак, сейчас мы прославляем Говардхан. Почему? Потому что он самый возвышенный среди различных гор, холмов. Он самый возвышенный. Гопи Сакхи Манджари зовут его как Харидаса Варья, лучший из слуг. Нанда-нандана Шри Кришна. Харидаса Варья, высший среди слуг. Порой Кришна отдыхает там, порой собирает цветы, фрукты. Также там есть водопады для того, чтобы служить Кришне. Говардхан предлагает свои озера, чтобы коровы пили воду из них и так далее. Когда Кришна хотел сокрушить ложное эго Индра Махараджа, когда он устроил потоки дождя, беспрестанно шел дождь, он, тем не менее, он ничего не смог этим сделать. Потому что Говардхан спас Браджаваси. Для того, чтобы сокрушить ложное эго Индры, Кришна и Баларама стали поклоняться Гирираджу Махараджу. Для того, чтобы сломить ложное эго Индры. Враджаваси хотели сделать игры Индра-Яги, и в конце концов Кришна принял решение по разрешению Нанды, Упананды и других старших преданных. Они разрешили, хорошо, да, мы можем поклоняться Гирираджу Махараджу, потому что он так много делает для нас. Мы получаем так много фруктов с деревьев, которые растут на его холмах, воды и так далее. Гирирадж Говардхан дарует нам так много благ. Почему бы нам не поклоняться ему? И тогда все браджаваси решили. Семь дней, семь ночей Гирирадж Махарадж находился на кончике мизинца Кришны. Семь дней, семь ночей Кришна беспрестанно держал его. Итак, только взгляните на удачу Говардхана. В следующий раз я могу рассказать о том, какие блага мы получаем благодаря Гирирадж Говардхану, чем он может наделить нас, совершая
И какое служение исполняет Гирирадж Гавардхан? Во время дождя, потоков ливень, когда был ливень, устроенный Индрой, все браджаваси укрылись им, как зонтом. Они совершенно не промокли, по милости Кришны. Вся вода, которая падала, как дождь, пришла как дождь, уходила. И Кришна всегда хочет играть на склонах холма Гавардхана. Все саки, мальчики-пастушки, все они постоянно жаждут играть, совершать игры на холмах, на холме Гавардхана. И они дали поэтому прозвище, как они прозвали его, Харидаса Варья. То есть среди слуг Кришны лучший среди слуг Кришны. Постоянно разными способами он служит Кришне. Как прославить его? Он, его положение высочайшее. Харидаса Варья, он лучший среди слуг Кришны. Благодаря этому Гирирадж постоянно чувствует вдохновение от лотосных стоп, от прикосновения лотосных стоп Кришны и Баларама, которые играют на нем. Они наслаждаются этим так сильно, в экстазе. Потому что Кришна и Баларам постоянно отдыхают на Гирирадж Гавардхане. Пьют воду с озер Гирирадж Гавардхана. Вместе с мальчиками-пастушками Кришна забирается на холм Гавардхана, отдыхает там, собирает цветы, принимает омовение в водопадах Гавардхана. Саду, которые спускаются с Гималаев, принесли Гирирадж. То есть Гирирадж Гавардхан постоянно оказывает служение браджаваси, особенно мальчикам-пастушкам, Радхарани, а также Саки Манджари. Порой Радхарани учит пению Кришна. Очень-очень сокровенно она учит его петь. То есть вот это ты неправильно поешь, пой вот так. Так Радхарани постоянно учит Кришну. И из Чайтаньи Чаритамриты мы знаем наверняка, что сам Кришна говорит. Радика, Прем Гуру,
Я ученик Радхарани, говорит Кришна. Кришна говорит, Радхарани, моя гуру, ее према оказывает на меня поразительное влияние. По ее указу я танцую и пою. Я ученик Радхарани, а ее према — мой гуру. Любой и каждый может сказать, что Радхарани — наша гуру. Она, когда бы, говорит Кришна, не заставила Радхарани меня танцевать, я делаю это в соответствии с ее наставлением. Хантаям мадрирабала харидаса барьо, джадрама кришна чарано парушо прамодо, манам таноти сахго ганаюстайорьят, панио суджаваса кандара кандамолай. Хантаям мадрирабала харидаса барьо, джадрама кришна чарано парушо прамодо, манам таноти сахго ганаюстайорьят. Paniyo sujavasa kandara kandamolai. Krishna going to give, Krishna going to give topmost honor and dignity. Krishna going to give topmost honor and dignity to Giriraj Maharaj ki. So, hantayam madrirabala haridasa varyo yadaram krishna charano paraso pramodo. Манам таноти сахго ганаюстайорьят, панио суджаваса кандара кандамолай. Ванчакалпа дурвасикья басиндхавача, патитананг бхаванабхавашнабхьо намо.